8 июня у православных верующих начинается Петров пост, один из четырех многодневных постов года. Он начинается в понедельник, через неделю после праздника Святой Троицы, а завершается 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Продолжительность Петрова поста варьируется от 8 дней до 6 недель. До 12 июля православные должны воздерживаться от развлечений, посвящать больше времени домашней молитве и богослужениям в храме. А вот кухня Петрова поста считается нестрогой. Из рациона исключают продукты животного происхождения. Во все дни, кроме среды и пятницы, постящиеся могут есть рыбу. В этом году Петров пост продлится немногим больше месяца.